Всем привет! Меня зовут Лена. Я закончила мастерскую портрета Михаила Рыжова. Хочу поделиться с вами впечатлениями. Я шла на этот курс, не умея пользоваться студийным оборудованием. Ни разу не работала в студии. Просто боялась, не знала, как это все включается. Вот сейчас, конечно, у меня этого страха нет, потому что появилось знание. Мы очень много времени посвящали практике на курсе, вот, что меня и подкупило. И возможность сделать свое портфолио, это, конечно, тоже очень важно. На курсе у нас подобралась классная команда. Мы теперь общаемся, дружим, устраиваем творческие съемки. Это тоже очень важно, найти единомышленников. В общем, ребята, самое лучшее, что вы можете сделать для себя, это вложиться в свои знания, в свое развитие. Вот, это очень здорово, очень интересно и продуктивно, поэтому я вам всем советую учиться. Приходите в мастерскую. Вы получите огромное удовольствие, большой багаж знаний, уверенность в себе. Всем удачи! Пока!